скрипит под ногами снег, и легкий морозец пощипывает щеки прохожих, спешащих, кто домой в круг семьи, кто в гости, но всех объединяет одна цель – встреча Нового года. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть Новый год войдет в каждую семью с радостью и счастьем, здоровьем и благополучием. Пусть сбудутся все надежды и мечты. От Совета ветеранов поздравляю все население Петровской администрации с наступающим Новым годом. Поздравляем с Новым годом. Желаем всего самого хорошего, здоровья, счастья, благополучия. С Новым годом, с новым счастьем. Мы желаем вам удачи. Пусть у всех вас будут дачи и машины Мерседес. Пусть любовь в душе проснется и удача к вам вернется. С ней ведь так легко живется и ужасно трудно без. С Новым годом! С наступающим Новым годом, годом крысы, пусть принесет он всем удачу. Не сложен, даже очень прост наш новогодний старый тост. Пусть с нами будут вновь и вновь надежда, вера и любовь. От себя лично и от лица Веденской амбулатории поздравляю наших односельчан с наступающим Новым годом. Желаю успехов, творческих, разных, любви, счастья, семейного благополучия. Коллективы СПК «Истоки» поздравляем всех жителей села с Новым годом. Поздравляю всех жителей с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Особенно хочу поздравить наших детей и их родителей. Веселым им новогодних праздников. Здоровья, счастья, благополучия. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, как верный друг. Пусть позабудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. В преддверии Нового года очень хотелось бы поздравить всех жителей нашего поселка с праздником, пожелать всем здоровья, счастья, успехов. Население в следующем году болело поменьше, лекарства покупали поменьше, покупали больше витаминов, вот, для профилактики заболеваний. Потому что здоровье самое важное. Да, и здоровье не купишь ни за какие деньги. Да. Дорогие односельчане, поздравляем вас с наступающим 2008 годом. Желаем счастья, здоровья, благополучия в каждом семье. И 2008 год, чтобы вам привез больше удач, успехов и самого наилучшего. В учебе, в труде. С Новым годом! Счастливого Нового года, счастья, благополучия, мира в семье, всего-всего хорошего. С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаем! Но в то время, когда вся страна собирается у праздничных столов, чтобы встретить Новый год, есть категории людей, которые остаются на своем посту. Это врачи, работники атомных станций, дежурные у пультов жизнеобеспечения наших населенных пунктов, стражи наших границ, пилоты летящих самолетов и машинисты поездов. Ну и, конечно же, сотрудники милиции. И вот сегодня мы заглянем в один рядовой участок, где в новогоднюю ночь выпало дежурить капитану милиции Ивану Петровичу Караваеву.
добросовестному служаке и человеку, привыкшему ко всяким жизненным передрягам. Уважаемые односельчане, разрешите поздравить вас с наступающим 2008 годом. Уходящий год был непростым. Основная проблема – это недостаток финансовых средств для решения наших местных проблем. Хочу заверить вас, что администрация нацелена на то, чтобы этих проблем было меньше. И сейчас хочу пожелать всем хорошего настроения, крепкого здоровья вам и вашим близким, доброго отношения соседей и друзей, взаимопонимания. А также призываю вас наши общие задачи, наши общие проблемы решать сообща. То, что мы делаем вместе, у нас с вами получается. Есть положительный результат, есть положительный опыт. Это моя мечта. Пусть она сбудется в 2008 году. И пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания. С наступающим Новым годом! Спасибо. Чаще в жизни улыбаться. Пусть нам не вернутся никогда прошлые печали и невзгоды. Пусть приходит радость к нам всегда. С праздником, друзья! Всех с Новым годом! Новый год всегда как сладкий сон. Новый год, но сказкой будет он. Сердце ждет курантов перезвон. Перезвон, новый год.